Расскажите своим друзьям, что я здесь и всегда готова услужить. А ты случайно не... Афродита? Да, это я. Очень рада познакомиться с тобой. Феникс, прости, но я так рада. Ведь благодаря тебе мир увидел столько историй великой любви. Честно говоря, не думала, что ты похожа на дерево, но ты и так прекрасна. Спасибо, очень приятно. Но теперь я любуюсь лишь отражением счастья в глазах тех созданий, о ком я забочусь. О, если б я могла уйти, чтобы помочь другим. Увы, корни удерживают меня здесь. Так вот, зачем Тифон это сделал. Чтобы ты своей красотой не вдохновляла воинов на битву с ним. Я? На битву? Не знаю, откуда такие нелепые мысли. Истинная красота в служении, а любовь в самопожертвовании. Вот о чем должно было говорить имя Афродита с самого начала. Она это серьезно? Я переродилась. Моя прежняя сущность заперта в темнице под моим самым большим корнем. Что к лучшему? Может, я верну тебе эту сущность? Мне нужны союзники в борьбе против Тифона. Мы должны думать о голодных. Ты ведь хочешь избавиться от корней, чтобы накормить голодных? Ха. Несмотря на мои корни, я скверный земледелец и знаю, что вредит растениям. Соль, она их губит. А получится? У меня ведь необычные корни. Они могучи и сильны. Нужна очень соленая вода. Так. А, это же есть в пророчестве. Жемчуг в море. Ты жемчужина, рожденная морем. Соленая морская пена. О, какая чудесная мысль. Но я не смею просить тебя воссоздать условия моего рождения. А если я хочу, чтобы меня попросили? Ну, если ты так этого хочешь, значит, моя просьба тебя не затруднит. Чтобы собрать морскую пену там, где я родилась? О, я знаю эту историю, мама ее обожала. Дедуля Уран бросил в море жемчуг, море вспенилось, и из пены появилась Афродита. Жемчуг? Дедуля? Но ведь все было... Именно так все и было. Ладно. В голове, правда, другое всплыло. Ясно. Силой бросить жемчужину в океан. Вроде несложно. О, спасибо, Феникс. Скоро я смогу раздавать яблоки всем голодным на Золотом острове. Я всякое видел. Вот Деметра раз превратила мальчишку в ящерицу. Но чтобы Афродита пыталась всем угодить и не шалить? Разве не этого ты хотел, когда против воли выдал ее замуж за Гефеста? Слушай, я же не... Она знала, что это для ее же блага. Oh.
Дедуля Уран заточил циклопов в Тартар, как и титанов, да? Да, боялся, что они его свергнут. Пророчество гласило... Скучище, дедуля правильно сделал. Они ж как бельмо на глазу. А, дошло? Рождение Афродиты — жуткая история. Да ничего жуткого. Дедуля Уран и мой никчемный папаша Кронос подрались так, что небо оторвалось от земли. Там еще кое-что оторвалось. Застав противника врасплох, Кронос ударил Урана. Удар был так силен, что земля содрогнулась, и жемчужина вылетела из раковины. Постой, там не было... Жемчужина вылетела из раковины на берег. Уран взял ее и бросил в море с такой силой, что в воде запузырилась пена. Thank you.
Из пены морской восстала Афродита, прекрасная, как жемчужина. О, не могу больше, Зевс. Гея соврала тебе о том, как родилась Афродита. Да ну! Тогда расскажи мне, как все было. Кронос в схватке. Да не может быть. Бросил его в море. Это... Прямо серпом отрезал. Ты больной, Прометей! И слушать не хочу! Найдя морскую пену... Феникс решила вернуться к Афродите с ключом к свободе прекрасной богини. Моя хорошая, а пена у тебя? Вот она! О, ты прелесть! Прими благословение за свои труды. А теперь вылей пену на корни. Как только смогу двигаться, расширю раздачу яблок. Получилось? Восстав из пены, я была потрясающей. Нет, столько прелестных созданий ждут моей помощи. Я ночами не сплю, все вижу их клювики и глазки, и носики, эти мокрые носики.
Это было? Ты не нравишься Тифону, хотя в толк не возьму, почему. На того, кто бросает ему вызов, он насылает призрака. А призрак, как они это любят, перепоручает все теням. То есть появившийся воин на самом деле не Ахилл? Что ты, нет. Настоящий куда симпатичнее. О, а то я не знаю. Прячется тут в одной пещере. Пока не победишь его, тени будут появляться в этой части острова. А хорошие новости есть? Пена освободила мои корни. Я могу ими двигать. Один как раз закрывал проход к пещере Ахилла. С другими призраками помочь не могу. Это Геракл, Аталанта и Одиссей. Говорят же, боги любят четверицу. Так не говорят. Так не говорят! Да уж. А что с корнем на пути к твоей сущности? Понимаешь, мои близкие обратились в камень, и я хотела бы узнать. Не-а. Нет. Почему-то этот корень все еще на месте. Спасибо за заботу, но... Зато я могу начать доставку яблок. В два счета всех зверушек накормлю. Займусь-ка этим. Спасибо тебе за помощь. Всего наилучшего. Но я... Ну и дела. Не могу больше сидеть сложа руки. Ой, в смысле что-то там подготавливать. Верни прежнюю прекрасную язвительную Афродиту, а то я с ума сойду. Боги, откуда ты взялся? Из-за плеча? Это важно? Забудь-то обо мне. Подумай лучше, как избавиться от этого корня. И как? Искать во всем волшебную соль? Хотя, слушай, может, слезы Афродиты? Она же оплакивала Адониса. Слезы-то ведь соленые. О, а ты много знаешь. Может, и получится, если вылить слезы прямо на корень, что сторожит ее сущность. Но где Тифон их спрятал? Ищи в ближайших подземельях Тартара. Три слезы кристалла. Знаешь, я уже их нашла. Собрав все три слезы, Феникс отправилась к корням Афродиты, чтобы открыть вход в ее темницу. Что? Слишком просто, забудь.